Добрый день, дорогие мои подписчики. Я сегодня хочу вам показать, как быстро за 5 минут приготовить суп. Это такое вот мое ноу-хау. Вот если времени у вас за целый день не было, а вы знаете, что скоро придет муж, который хочет пообедать, супчик обязательно, у вас это, например, заведено, как у нас, да? Или же дети прибегают со школы. Сегодня у меня на суп понадобилось всего-навсего 5 минут. У меня была картошка. Ну, была она и есть, видите. Я взяла в данном случае жареная картошка с грибами. Я взяла большую ложку картошки. Загружаем ее в кастрюльку. Загружаем в кастрюльку. И сюда доливаем водички. И сюда берем воду. В моем случае это была литровая кастрюлька на 1 литр. Как раз так, чтобы пообедать. Заливаем водичкой. Литр воды. И включаем газ. И включаем огонь. Затем, пока оно у нас, пока кипит, мы подготавливаем зажарочку. Зажарочку я взяла луковицу, одну луковицу, и порезала ее предварительно. Порезала для того, чтобы поджарить . Поставим, сейчас сделаем зажарку. Берем сковородочку. Наша сковородка. Предварительно сюда я налила масло растительного. И загружаем туда лук. Включаем. Включаем газ. И вот таким образом, пока здесь у нас уже кипит. О, сейчас закипит. Сюда еще я бросила лавровый лист. И в конце уже посолить. Обязательно нужна соль. Солим по вкусу. Солим по вкусу. Пробуем. Вначале попробуем, как он у нас. У нас получился вот такой. У меня там было мяско, и картошка, и грибы, ну и, понятно, лавровый лист. Сейчас это все закипит, оно уже немножко прокипело. И получается очень вкусный супчик. Сейчас мы на соль его попробуем. Можно бросить немножечко соли, ну, по вкусу. Понятно, что по вкусу не пересолите. И помним, что пересол, что недосол на столе. Недосол на столе. Вот эти вот пословицы наших дедушек и бабушек, которые друг друга учили кулаками, поэтому у них такая вот и пословица: пересол на столе, а недосол на голове. Поскольку я спешила, у меня, конечно, лук немножко подгорел. Я его убираю. И последний штрих. Сейчас попробую еще разочек. Вкусный получился перчик. Ну, если деткам, конечно... Ой, супчик. Я хотела сказать о перце. Если деткам, перец, конечно, не надо. Если ребенок со школы сейчас придет. Так, что у нас там за... Небольшой. Ну, я делаю такой, чтобы он быстренько...
чтобы он и быстренько закипел, но вместе с тем. И последний штрих, укропчик добавляю. И бесподобно вкусный суп. Главное то, что кто любит и придерживается этого принципа, что в обед суп должен быть обязательно, есть суп. Пока дети бегут со школы, а суп уже готов. Поэтому вот такой вот суп у меня за 5 минут. Если у вас нет, у меня была картошка с грибами. Ну, если у вас нет картошки с грибами, но есть какая-то сосиска, картошка вареная, тоже можно придумать быстрый-быстрый и вкусный супчик. Вот. Очень вкусно, друзья. Подписывайтесь на мой канал. Пишите свои комментарии, пишите свои рецепты. До новых встреч в эфире!